Больше 20 пожаров случилось в жилом секторе в преддверии отопительного сезона, сообщили в ДЧС Павлодарской области. За аналогичный период прошлого года возгорания происходили реже. Несмотря на то, что пожаров стало больше, жертв пострадавших меньше. Материальный ущерб от 24 пожаров составил более 1,5 миллиона тенге. Основными причинами в жилом секторе, как обычно, остаются нарушения использования электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и печкой, рассказали в ДЧС. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Ежегодно в среднем выходит у нас 60-70% приходится это на жилой сектор. Такова у нас статистика. В рамках профилактики пожарные проводят рейды, раздают памятки, чистят дымоходы, устанавливают датчики угарного газа. Последние, кстати, вручают людям бесплатно. Охватили более 1000 человек, в основном уязвимые слои населения. Стараются предотвратить как можно больше трагедий. С января 2022 года на территории области случилось более 300 пожаров. В рамках профилактики на сегодняшний день сотрудники органов гражданской защиты, местной полицейской службы, представители местных исполнительных органов, волонтерских организаций проведены подворовые обходы жилого сектора, в том числе социально уязвимых слоев населения. Всего обходами по дворам охватили более 30 тысяч человек. Это около 25 тысяч домов. Всем вручили агитационные памятки, проверили состояние печек, которые зачастую становятся очагами возгорания в доме. Артур Поляков, Юрий Белевский, Иртыш-Акпарат.